Глава Одинцовского округа с рабочим визитом посетил Никольское поселение. Андрей Иванов особое внимание уделил спортивным объектам. Стадион в поселке Старый Городок отвечает современным стандартам. Искусственный газон, беговые дорожки, дренаж, трибуны на 600 мест и зона воркаута. Реконструкция обошлась в 40 миллионов рублей. Теперь это визитная спортивная карточка территории. Здесь занимаются футболисты из ближайших поселений. Кроме того, Андрей Иванов осмотрел хоккейную коробку в новом городке. Военный городок передали в муниципальную собственность по инициативе губернатора Подмосковья. Долгие годы спортивные объекты в этом населенном пункте не реконструировались. Приступаем к работам по модернизации и реконструкции здания раздевалок, душевых, административного корпуса. Также появится дополнительное освещение. И у нас в качестве домашнего задания еще хоккейная коробка, которую тоже нужно привести к современным стандартам. И в принципе будет завершен вот такой большой этап реконструкции. Здесь мы находимся на хоккейной коробке, многофункциональной спортивной площадке, которую тоже в этом году сдаем. Также сработала программа губернатора «Спорт Подмосковья». Будут здесь заниматься и хоккеисты, и футболисты на специальном покрытии. Здесь будут небольшие трибуны. Также в дальнейшем планируем дополнительно установить освещение, подвести сюда необходимые коммуникации, горячую воду, холодную воду. И на следующий год у нас здесь должна появиться и скейт-площадка, и будем заниматься разрушенным стадионом, который тоже давно ждут жители нового городка.